Всем привет! И наконец-то с вами я и мой заказ с Черной Пятницы. Вы все помните, что на первой неделе каталога в Oriflame была Черная Пятница? И я сидела до часу ночи и лежала, и что я только не делала, я боялась проспать, потому что я понимала, что желающих сделать заказ именно в этот день, именно с этого предложения, будет очень много, и я была права. Итак, что же я себе взяла? И вы видите, на первом плане это огромное количество, их тут 25 штук. Это крем пролине, обалденный крем, всего за 39 рублей. Конечно, я их набрала так много, потому что у меня много друзей и много кому я хочу сделать хотя бы маленькие подарочки на Новый год. Я взяла три парфюма. Туалетная вода Zevan Discuse, это теперь моя любимая, любимая, любимая вода. Я их взяла три штуки, у меня, кстати, уже две заберут, уже скоро. Но я-то их брала всего по 400 рублей, по 400! Это крутая цена. Я взяла для себя в заначку два средства с ромашкой. Нет, это пришло за баллы. Два геля, один уже ушел в добрые руки. Тональную основу всего за 159 рублей, обалдеть! И с этого предложения классные дезодоранты. Тоже я не помню цену, но это была какая-то просто смешная цена, и я их взяла, потому что это всегда нужная вещь. Ну и немножечко я заказала из каталога, то, что было под заказ. Вместо платы за доставку я взяла для мамы вот такой шикарный дезодорант, и у меня накопилось 20 медалей, и я взяла два крема для рук и два геля для душа. Пригодится. Хорошая вещь, кстати. Вот такой вот у нас заказик. Спасибо вам за внимание. До встречи. Лови крутой момент.